воплощение страсти, динамики приключений. Мощный, высокий, выносливый. Такие эпитеты используют те, кто уже познакомился с новой моделью внедорожника российского автопрома «Лада Веста СВ». Готова к скоростным поездкам и поездкам по бездорожью благодаря своим техническим характеристикам. Вот Веста Кросс, у нее достаточно большой просвет. Колесный клиренс 203 миллиметра. У Весты просто СВ, ну, он остался как бы на уровне Веста. Там тоже достаточно большой колесный просвет. Ну, для наших дорог это достаточно актуально. Как видно, большой багажник, хорошие полки, органайзеры. Ну, в общем, достаточно много, скажем так, по молодежным примочек, которые облегчают жизнь, и поэтому в том числе и у нас слоган «Скажи жизни да». По прогнозам специалистов продаж, универсальный автомобиль отечественного автопрома займет существенную долю рынка уже в этом и следующем году. Презентация долгожданной версии состоялась в салоне «Трансавто-М» Моршанска. Сегодня мы презентуем совершенно новый автомобиль линейки «Лада». Автомобиль Веста СВ и Веста СВ Кросс. Слоган данной презентации «Скажи жизни да». Ну, связано это с тем, что АвтоВАЗ выпустил совершенно новый автомобиль, как по характеристикам, так по внешнему виду. Новая модель внимание посетителей салона привлекла сразу. Отмечали дизайн, внешние и внутренние изменения, удобство для водителей и пассажиров. Например, подогрев задних сидений, подлокотник с местом хранения, различные разъемы под USB, различные розеточки. Очень много стало электроники на приборной доске. Александр Плаксин за рулем не первый год. Автомобиль необходим. Говорит, по роду своей деятельности приходится часто ездить по городу, району, области. Во-первых, для моего образа жизни очень подходит клиренс высокий. Можно проехать, не ездить не только по дорогам, где асфальт, можно и съехать на проселочные дороги. Во-первых, автомобиль выше, то есть багажник открывается. И доступ есть в салон через багажник, то есть этим мне он подходит больше. Этот автомобиль меня манит. О комфорте, надежности, цене и сроке эксплуатации, конечно, думает каждый автовладелец. А вот когда наступает пора ремонта либо замены каких-либо запчастей, то здесь в большом плюсе водители отечественных автомобилей. Гарантия обслуживания в сервисном центре, наличие комплектующих, сроки. Кстати, в дилерском центре помогут подобрать цвет, модель, оформить заказ. Дело за малым. Прийти в салон, определиться цветом автомобиля, определиться его комплектацией. Ну, можно оформлять. «Лада Веста СВ. Скажи жизни да и ты, и тогда твое время в пути станет гораздо комфортнее». Ольга Усова, Андрей Щербаков, «Область новостей».